нашей семье хранится информация небольшая, пусть какая-то скудная, о моем деде. Это Рогачевский Василий Иванович. Он родился в 1913 году и попал на фронт сразу из рядов Советской армии. Погиб 9 февраля 1944 года. Призывался из деревни Пробуждение, очень такое интересное символическое название, связанное с Октябрьской революцией. И погиб в звании сержант. Погиб в Белоруссии возле деревни Дыманово. Сейчас его прах покоится возле деревни Шапуры, также Октябрьский район, Витебская область, Витебский район. У меня есть одно письмо от деда осталось, хранила их бабушка. Она не очень хотела их раздать нам в какой-то степени, одному бы, вот, внуку, допустим, сыну. Она хранила их сама, а хранились у нее в стареньком-стареньком чемодане. И вот потом, через некоторое время, буквально я просила, что ну отдай мне одно письмо, я должна его держать в руках. Потому что, так как работаю в школе с детьми, это очень интересно, это уникально, это вообще просто здорово, вот иметь такую информацию. С горем пополам бабушка отдала мне одно письмо, показывала, конечно, их. И я взяла вот это письмо, которое храню у себя. Датированное июнем 1943 годом, дед писал это письмо. Ну вот оно у меня есть, это письмо. Дед пишет: «Шура, вот уже 2 года, как я с вами живу врозь. Шура, вот как я сплю. Моя постель – шинель, одеяло – полы шинели, подушка – рукава шинели. Никогда не разуваюсь». И далее пишет о том, спрашивает о том, что как живут родственники, сестры, передает привет своим сыновьям. И далее спрашивает о том, как дела, как рожь посеяна или нет, как картошка, как он спрашивает, растет, уродилась или нет, как живут вообще, как у всех родственников дела. В конце уже письма пишет, прощаясь, говорит, что «Шура, жму твою руку, целую тебя 1000 раз, очень соскучился и не знаю, увидимся мы или нет». Насколько вот вспоминаешь, действительно, когда мы разговаривали воочию с ветеранами, встречи с ветеранами были, казалось, что вот он, этот День Победы, он был вот недавно. И война, кажется, была вроде бы не так давно. К сожалению, сейчас понятно, что для детей эта информация становится немножко иной, да, для них это все дальше и дальше. Может быть, они не все могут и осознать это. Поэтому вот такие акции или вот действительно бессмертный полк, это настолько важно видеть воочию, как люди, собираясь вместе, идут в одном строю. Интересно очень смотреть, даже до слез приятно смотреть, когда идут люди по дороге с портретами своих родственников, и кто не успевает, прямо вливаются в этот полк. Вот интересно, как ручейки вливаются в этот полк, несут портреты своих близких, а дети это видят, это важно для них.